Всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Gadget X. Пока компании Samsung, LG и их известные конкуренты тянут со сроками релиза новых прошивок для своих телефонов, китайская корпорация Xiaomi выпускает их так активно, что некоторые этим даже недовольны. Штаты с более чем 2000 сотрудников постоянно работают над улучшением фирменного ПО и его выпуском для множества мобильных устройств под фирменным брендом. Сегодня, 17 июня 2018 года, компания приступила к глобальному развертыванию MIUI 10 для совместимых смартфонов. Разработчики объявили о начале распространения глобальной бета-версии операционной системы MIUI 10 для всех совместимых с ней смартфонов. Она будет регулярно обновляться, обещает Xiaomi, тогда как релиз финальной стабильной сборки для большинства мобильных устройств случится аж в сентябре нынешнего года. Важно заметить, что речь именно о международной прошивке, в которую встроен русский язык и нормальная система получения обновлений. Новая прошивка имеет номер 86.14, а содержит она в себе ряд полезных новшеств. Например, теперь фирменный веб-браузер Mi Browser обладает оптимизированной главной страницей, и функционал работы с поисковыми системами был улучшен. Не обошлось и без встроенной поддержки искусственного интеллекта, дополнительного машинного обучения и нейронной сетью. Оценить эти функциональные возможности наиболее полно можно при работе с камерой. Вдобавок к этому, владельцам многих смартфонов Xiaomi с одной камерой на лицевой части теперь доступен портретный режим, то есть можно делать селфи с эффектом размытия заднего фона. Разработчики прошивки MIUI 10 внедрили для этого специальный алгоритм, который программным путем размывает задний фон. Водители отныне могут пользоваться специальным режимом, при переводе телефона в который он получает поддержку голосовых команд, то есть управлять мобильным устройством становится возможно без необходимости отрывать руки от руля. Проверить доступность операционной системы MIUI 10 очень просто. Для этого необходимо перейти в настройки, после чего открыть раздел о телефоне и нажать на обновление системы. В этом меню будет кнопка «Проверить обновление», на которую и требуется нажать. Смартфон сам проверит доступность новой прошивки и при необходимости предложит ее установить. В ближайшие несколько дней Xiaomi обещает выложить в сеть прямые ссылки для загрузки новой прошивки, по которым можно будет установить в обход обновлению по воздуху.